Сегодня, 16 мая 2024 года, примерно в 14 часов 50 минут на 312 километре автодороги Р-22 Каспий произошло столкновение двух транспортных средств. Автомобиль Mercedes-Benz под управлением водителя Саратовской области 66 года рождения и автомобиля Kia Ceed под управлением жителей города Тамбова 92 года рождения. В результате столкновения водитель автомобиля Mercedes-Benz скончался на месте ДТП. Помощь понадобилась пассажиру автомобиля Kia Ceed. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа сотрудников госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка.